знаю, она боится. За 40 лет, почти 10 год, ни одного актера или актрисы, потому что война в Подмосковье, то есть театр, у нас завтра не взял никогда, хочу тебе сказать, не взял никогда. И я думаю, что это то, что сейчас огласит такую на всю страну, и вообще на весь мир, что там говорить. Я думаю, что из этой ямы вывести будет невозможно. Я не верю в соединение этих людей. А я очень верю, и все-таки очень хочется надеяться, что она боится. Будет под присмотром, будет с любимым чаем, подлаживанием и будет выступать в любимых объятиях. Наша программа заканчивается завтра. Отказываются пока от комментариев. Прямо сейчас узнаем, как именно все происходило, где именно Женя записал эти комментарии. Женя, добрый вечер. Добрый вечер, Ольга, добрый вечер, уважаемые эксперты в студии. Действительно, приветствую Валентину Ивановну Матвиенко, участницу нашей программы. На самом деле, Валентина Ивановна нас тут же поправила, да, делегации здесь гораздо больше, нежели мы могли себе даже представить, но об этом мы поговорим чуть позже. Что касается этих комментариев, которые были показаны только что северокорейской делегации, это первая реакция, они действительно вот только что узнали о том, что Владимир Путин подписал санкции против Северной Кореи, и они отказались комментировать, они даже сначала не поверили, что это произошло, сказали, что нужно проверить. Хотя, казалось бы, ничего неожиданного не произошло. Россия приняла на себя целый ряд обязательств, мы это знаем, проголосовав за резолюцию Совета Безопасности против Северной Кореи, против ядерной программы, естественно, Северной Кореи, а не против самого государства. Ну и вот, кроме того, пока официальной реакции из Пхеньяна на законопроект, вернее, на этот указ нет. Это единственное, о чем рассказали, смотрели северокорейские телеканалы. Сейчас они во все рассказывают. Это одна из первых новостей о том, что Ким Чен Ын, не поверите, разрешил азартные игры. Пока это только ставки на конные соревнования. Но здесь, в общем, тоже ничего не удивительного, потому что 10 дней воспотел на дорогу. Внук Ким Ир Сена, Ким Ир Сен воевал в Валерии. Кроме того, Ким Чен Ир тоже любил скачки верхом. Ну и вот это произошло, по крайней мере. Но вернемся к
Да, это, наверное, остальные так, наверное, разлетели. Да, два раза. Два. Да, два раза. Вчера и еще до этого, да, за два дня до этого. А когда со мной эту фигурочку покупал? Ну вот это два дня назад было. Сколько стоит такси? 59 рублей. А что, что? Есть. Что касается Северной Кореи, то он говорил, я уничтожу полностью Северную Корею. Видно, что это неопытные слова, невзвешенные, необдуманные. Нынешний мир не позволит никому этого сделать. Да, у нас есть разработанный план и есть определенный закон. Недавно в парламенте мы утвердили, что если американцы предпримут те или иные шаги, что мы должны сделать, у нас есть определенный план по различным сценариям. Мы сделаем то, о чем потом американцы будут очень жалеть. Ничего себе, это эксклюзивный комментарий главы иранского парламента. Как сказал об этом заместитель главы российского МИДа Рябков, есть такая старая американская поговорка, как бы напомнил Рябков самим американцам, не нужно ремонтировать то, что и без тебя работает. Сейчас вернемся к большой политике. А пока новости с позволения сказать культура, но, по крайней мере, этот герой считает себя деятелем культуры. Скандальный активист, акционист Петр Павленский, известный тем, что прибивал, опять-таки, известные свои части тела в брусчатке Красной площади, а потом поджигал двери здания СБ, задержан во Франции. Обратите внимание на разницу в работе нашей и А что там? Да, да. А что? Двери офиса французского центра банка потом выбил там несколько стекол, призывая таким идиотским образом к новой мировой. Наелся же? В общем, француз буквально заберите Наелся? Иран теперь официально равно Северная Корея. То есть это страна, с которой нужно еще немного поговорить, прежде чем сбросить первую бомбу. Давайте послушаем самые высокопоставленные дипломаты Соединенных Штатов Америки. Речь не идет о том, что мы выходим из соглашения. Мы просто пытаемся улучшить ситуацию, чтобы американцы чувствовали себя в большей безопасности. Основная причина, по которой мы смотрим на это соглашение с Ираном, связана с Северной Кореей. Мы не позволим, чтобы Иран превратился в еще одну Северную Корею. Считает ли Трамп, что вы тратите время, пытаясь договориться с Северной Кореей? Он поддерживает наши дипломатические усилия, и мы будем их поддерживать. Как я уже говорил, наши дипломатические усилия будут продолжаться, пока не будет сброшена первая бомба. Давайте сразу же переносимся в Санкт-Петербург. Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации. Всякий раз напоминаем, третье лицо государства. Валентина Ивановна, бесконечно благодарна, что вы согласились принять участие в нашей программе, хотя знаем ваш невероятный памяти в Санкт-Петербурге. Валентина Ивановна, вы сегодня встречались с представителями обеих делегаций. Северной Кореи, Южной Кореи. Во-первых, нам тут некоторые эксперты говорили, что северные корейцы гораздо ниже южных корейцев, потому что очень несчастные. Вот подтвердите, пожалуйста, так это или нет, готовы ли северные корейцы садиться за стол переговоров с южными корейцами. И, конечно, главная интрига дня сегодня в полдень пришло срочное сообщение. Ким Чен Ын написал Валентине Матвиенко письмо. Что в письме, на каком языке? Спасибо, Ольга. Да, прежде всего я хочу сказать, что мы, как страна-хозяйка, были заинтересованы создать такие условия на 137-й ассамблее Межпарламентского союза, чтобы это были свободные обмен мнениями, чтобы было право возможность каждой делегации высказать свою точку зрения, чтобы коллеги коллективно могли обсудить те проблемы, которые сегодня волнуют граждан наших стран. И мне кажется, это получилось. Мы специально уделили большое внимание
Украине тем, чтобы обеспечить участие в 137-й ассамблее национальной парламентской делегации как Южной Кореи, так и Северной Кореи, используя в том числе и дипломатические возможности и иные. И считаем, что это крайне важно, потому что это произошло. Я сегодня встречалась с делегацией Южной Кореи, мы подробно обсудили ситуацию на Корейском полуострове, и спикер парламента Южной Кореи сказал, что они готовы к диалогу с своими коллегами, парламентариями Северной Кореи. И он об этом заявил публично. Следующая встреча была с Северной Кореей. И мы много говорили о важности, необходимости подать позитивные сигналы, что Корея готова к переговорам. Корея понимает важность политического, дипломатического, я имею в виду Северная Корея, решения проблемы ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики. Но пока они не соглашаются на это. Их аргументация, она известна, что наличие обладания ядерным оружием – это единственная эффективная мера защиты страны от американского агрессора, как они говорят, и сохранения обеспечения суверенитета Корейской Народной Демократической Республики. И привели много примеров, как обманы Соединенных Штатов, другие государства, Югославия, Египет, Ливия и Ирак, и что они не верят возможность договоренностей, потому что Соединенные Штаты Америки никогда эти договоренности не выполнят. Вот я буквально транслирую то, что они сказали. Мы, тем не менее, призываем их вернуться на переговоры в рамках шестерки с тем, чтобы международное сообщество дало гарантии, чтобы в рамках этих переговоров были выработаны те железобетонные гарантии, которые Организация Объединенных Наций объявила центральным международным документом, чтобы снять их тревоги. Но знаете, самое главное, что степень недоверия очень высока. Степень вражды очень высока. И прежде чем говорить о переговорах, нужно создать для них условия. Нужно попытаться с обеих сторон сделать хоть какие-то малейшие шаги для того, чтобы попытаться снизить вот эту высочайшую напряженность. Малейшие шаги мы точно сделали, потому что мы уже два наблюдали, как члены северокорейской делегации поднимали предыдущие, которые начали, и во второй плане, как бы нам нужны... Спасибо большое. Все было вкусно, да. Я вообще объелся, не то, что наелся.